Мы выбрали тему правового просвещения населения и бесплатной юридической помощи. Это конституционное право граждан, которое предусмотрено основным законом государства, Конституции Российской Федерации. На территории нашего региона наш губернатор уделяет огромное внимание этой теме. Как вы знаете, совсем недавно был принят целый ряд мер, касающихся защиты прав потребителей. Поэтому, чтобы наиболее качественно эту работу осуществлять на региональном уровне, мы вышли на комитет с рядом предложений, которые были дополнительно проработаны с Министерством юстиции Российской Федерации, с сенаторами. Мы получили полную поддержку, все предложения были поддержаны. Какие они предложения? Во-первых, это необходимость разработки и принятия на федеральном уровне единой программы правового просвещения населения, чтобы была единая политика в сфере именно правовой грамотности граждан, чтобы обучались граждане, начиная с детского возраста, уже именно основным знанием и конституции, и законодательства, что очень важно по системной работе. Безусловно, второй аспект – это внесение изменения в законодательство, касающихся расширения прав органов государственной власти и органов местного самоуправления непосредственно по бесплатной юридической помощи. Также еще был ряд важных изменений, но отдельно бы я бы хотел выделить наше предложение, которое тоже получило поддержку и должно рассматриваться на правительственном часе, буквально завтра, с участием министра юстиции Российской Федерации Александра Владимировича Коновалова. Это создание единого портала правового просвещения федерального. Каждый гражданин мог получить поддержку и защиту своих прав в части получения государственной юридической помощи именно на этом портале.